Трагедия в России до глубины души тронула белорусов. Минчане несут цветы к посольству России в нашей стране. Напомню, в результате пожара погибли 64 человека, в основном дети и подростки. Соболезнования президенту России выразил глава белорусского государства Александр Лукашенко. С глубокой скорбью и болью в Беларуси восприняли известие о пожаре в торговом центре в городе Кемерове, повлекшем человеческие жертвы, среди которых много детей. Это огромное горе не только для родных и близких, но и для всей России.